Солідний баскетбольний бонус за ті самі гроші. Одразу негостинний прийом. До заключної 10 хвилинки Дніпро Азот підходив із солідною перевагою у 12 балів. Найбільше докучав обороні тигрів американець Стенлі Прінгл, який приніс команді 23 очки. Доробок ще одного легіонера із табору гостей. Що будівельник вполне можливо оторвется на две виктории в турнирной таблице от донецких тигров. О-хо-хо! Бирует стрижам вполне по силам. Прингос! Как на велосипеде всех объехал, и два очка Леонида Стефани. Плохо шли дальние броски. Ужаснейшая передача Роденовича на Дарнелла Джексона. И Прингл продавил таки минут до конца четверти. Стэнли Прингл. Хороший распасовщик Стэнли Прингл. Неплохо он себя чувствует на позиции разыгрывающего. Ну и, пожалуй, альтернативы у Кайри. 81-72. Это самая скромная победа команды Абрадовича. Еще один матч завершился со счетом 92-53. Практически в 40 очков преимущества. Но в этом сезоне расклад сил заметно изменился. И вот Стэнли Прингл, которого я бы сегодня под кольцо через... Фаниши набросал Дмитрий, но не попадает и на подборе Стэнли Прингл. Прингл также смело идет под кольцо, и от счета всего также будет занимать нынешнюю 12-ю строчку, так как по разнице забитых и пропущенных очков у Днепра Азота в Донецке лишь те баскетболисты, которые на паркете не появлялись, это Рудометкин и Серпелин. И вновь издали Марио Литтл. Марио Литтл и, конечно же, тайм-аут от Сауса. Но сейчас Вуля Авдалович едва не совершил перехват. Однако удалось гостям сохранить мяч у себя. Марио Литтл. Поэтому, конечно, нужно сейчас сконцентрироваться и найти в себе силы. Я не знаю, каким образом, но найти в себе силы. А вот после таких и вновь остается владеть мячом. Днепродзержинские баскетболисты, то, чем Донецк славится в этом сезоне, это своей игрой под щитами, сегодня проигрывают даже в этом компоненте. Горбенко из... принимал Прибалтов на своем паркете в турнире ВТБ. Второй фол получает Стэнли Прингл. И в том матче, кстати, Даникин отметился 17 очками, 5 подборами, став одним из лучших в составе Халева. Ну, а сейчас, вот видите, выступает в составе Днепродзержинска Стэнли Прингл. Посмотрите, как Байда плотно прихватил Кларенса Джексона. Ну, а несколько точности Джексону при выполнении средних бросков. И, тем не менее, на подборе первыми были баскетболисты Днепра Азота и Майкл Нитрау. Для Азовмаша провален очередной еврокубковый сезон. Но, как мы отметили, вполне возможно, у Азовмаша есть перспективы в лиге. Вэт продвинулся вперед, вошел в зону и спокойно минуты третьей четверти. Так свою истинную силу. Ну, а пока Стэнли Прингл, что... зафиксировали арбитры. Но мяч у Днепродзержинска. Продзержинца. Джексон. Вот он, еще один новичок, который... Ну, посмотрите, какой такой парашют в сторону кольца соперников. Не тут... Действительно становится лидером команды Рики Минард. Прекрасно проводит последние игры. Ну, никто не сомневался в мастерстве этого баскетболиста. И ответ... позицию Тиммерманис. Да, вроде бы и стоял. Можно и заблудить. Да, практически у него мяч в руках. Прингл, два ты великих, один уже сидит. Прингл заставили. Забывает. Можно хвалить Стояновский. 4 секунды до завершения володения. Вот лишь зараз полетели на вітер, або атаковать средней дистанции. До конца, наверное, будет разыгрывать свое время Днепродзержинск. Оставить 4 секунды Черкасам.
Ну і у Азота є можливість, аби на останню перерву, скоріше за все, піти з рівним рахунком. А можливо навіть і вигравати. Горбенко! Чим сложніше, ніж штрафних. При тому це без перебільшення. Тим часом... Балашов. Прінгл грає з гуртовим пік-н-рол. Просто жахливий відсоток реалізації у Стояновській був в останньому матчі проти Дніпра. Ой-ой-ой. Ну а це Прінгл. На 50 секунд для обеих команд. Сірутавичус на Прінгла. Сьогодні, до речі, Прінгла непоганий поєдинок. Соломон проти Прінгла. 37 секунд. 8 у Азотівців. Прінгл! Ой-ой-ой! 3 бали. Які потрібні. Владимир Коні виконав бросок. Не точно. А вот 2 очка. Прінгл з м'ячом. Йде в проход. І 2 очка. Прінгл. 2 очка. Примолчите, баскетболисты из Кривого Рога. Прингл идет в проход, выполняет. Очень сложная задача. Я думаю, это очень сложная задача. 2 очка приносит Прингл. Удачная попытка Брайана Дэвиса. 2 очка. 2.40 до окончания четверти. Горбенко с мячом. 2 очка приносит своей команде. Ну, давайте отдадим должное Брайану Дэвису. Такую передачу отдать большого стоит. Ок падає. Прекрасно знайомий із Сергієм Горбенко. Ну, разом вони навіть грали не один рік у різних командах та на користь господарів. А Прінглс непогано. Браво, 35 на 22. Ну і Трачковий тут заважав йому і таки завадив. Прінглс. Ось так, мік середніх 2 із 3. До речі, що цікаво, після першої половини гри обох команд реалізація тисне на свідомість. Особливо, коли наздоганяєш, а потім тебе відкидає із сумлінням у Прінглса. Все нормально, сміливо. Прінглс після сирени все ж таки фіксує 3 очки. Одразу відкидає на Прінглса. Прінглс наводить на заслон опікуна і через високу руку швидця влучає з дальньої дистанції за 16 секунд до завершення основного часу. І площадки. Проход. 2 очка. Стенлі Прінглс в присущ... М'яч. Ну, Літл далеко не центровий, щоб зіграти. Под щитом с высокорослыми защитниками киевлян. А вот отличный бросок. Прингл с отклонением. Результативный. Принглс. 4 секунды. Бросок 2 очка. Взял на себя ответственность Прингл. Технически сложный с отклонением. Стефанишин уже не мог накрывать этот бросок. Принглс. Хорошо бы было скинуть. 2 очка. 2 очка сориентировался в этой сложной метра. Промах. И уже разгоняются баскетболисты Днепра Азота. Прингл. Прингл. 2 очка. Прингл. Атакует с периметра. 3 очка. Атака с периметра. 3 очка. 3. Маклинтон защищается, а Прингл приносит своей командой, защищается Митрович. Прингл. А
Атака с периметра. Есть 3 очка. Он провалился в 3-секундную зону. Была напрашивалась передача. Ее не дали. Принглс 2 очка. Зону нападения. Атакует с периметра. 3 очка. Хорошая. Проход под кольцо. Хороший проход. Пирс. Удачный, удачный бросок. Это уже большой плюс. Атакуют баскетболисты хозяев. Принглс. Удачно выполняет бросок. Похоже на эти моменты друг на друга, но он уже позади. А с мячом Принглс. Проход под кольцо. 2 очка. Хорошее завершение.